Всем привет! Меня зовут Ольга, и сегодня я поделюсь с вами событиями на эту неделю. В Удмуртии стартовал прием заявок на получение грантов для молодых и социальных предпринимателей. Чтобы претендовать на грант, предприниматель должен пройти обучение в программе «Азбука предпринимателя». Последний поток стартует уже 30 августа. В сентябре начнется обучение по программе «Мини-MBA» для экспортеров малого и среднего бизнеса. Программа позволит подготовить бизнес-план по выходу на новые экспортные рынки и укрепить позиции на действующих рынках. Центр поддержки экспорта запускает новую программу «Деловой английский» для экспортеров. Программа состоит из 11 семинаров. Первый из них пройдет 9 сентября. Вы можете получить до 5000 бонусов на продвижение своей компании ВКонтакте. Бонусная программа действует только до конца лета. Всю информацию читайте на нашем сайте и социальных сетях. Всем желаю отличной недели!